Дорогие друзья, прошу внимания. Телеграмма из Каунаса. Желаем здоровья, любви и удачи, машину, квартиру и дачу в придачу. Семья Витенцев. Чтобы не занимать вашего драгоценного времени, остальные телеграммы я зачитывать не стану, только перечислю. Из Шауляя, Мизолитуса, Малета, Мельбурна, Петропавловска на Камчатке, Паланги, Москвы, Ленинграда, Друскининкой. А из Москвы от кого? Сейчас, минутку, срочно приглашаетесь в Московский областной автоцентр для получения автомобиля «Жигули» ВАЗ-21013, спецраспределение министерства. Да что они там, с ума посходили? Лимит истекает 31 декабря. Нет, это невозможно. Я же не могу уехать со свадьбы. Сегодня уже 30. 30 декабря. Значит, завтра надо быть в Москве. Быть или не быть? Не моя свадьба, ваша. Вам самим и решать. Собственная свадьба за машиной. Чушь какая-то. Но, может, это судьба подарила нам случай? Мы же так мечтали провести этот день на необитаемом острове. Половина гостей мы просто не знаем, вторая половина не знает нас. Если мы сбежим, никто не заметит. Сядем в поезд, а завтра утром в нашу машину. И помчимся. Куда? Да какая разница? Подальше от этого пьяного застолья и мещанских радостей, которые так умело организует твой дядя. Только умоляю тебя, никому никаких взяток. Теперь с этим так строго? Ну, машину дадут, такую и хорошо. Большой город, возможно, всякие. Хорошо, мам, хорошо. Даже 3 рубля не давай. О чем ты говоришь, мама? У меня на перчатки денег нет. Где твои перчатки? В Москве так холодно. Сберкассе забыл. Из поезда в метро, из метро в магазин, шапка? Из магазина почему в машину. Это же «Жигули», мама. О чем ты говоришь? Лучшая машина Европы 61-го года. Первая брачная ночь объявляется открытой. Жена, с святыми вещами издеваешься. Продажа автомобиля «Москвич»
Девушка, я из Вильнюса. Если я сейчас не получу машину, мне 1000 километров придется ехать ночью. Это опасно, понимаете? Нельзя мне получить машину без очереди, а? Ну, идите, пожалуйста, в очередь, договаривайтесь там со всеми, а я вам ничем помочь не могу. Давайте пропуск. Сейчас. Давайте, давайте. Время поджимает. Пожалуйста. Так, вы, пожалуйста, в кассу 160 рублей за радиоприемник, а вы со мной. Справку счет не забудьте. Бери деньги, беги платить. Ну, что ты стоишь? Не надо быть здесь. Не надо быть здесь.
Так, пожалуйста, щетки, прикуриватель. У вас очень жалобный вид. Не волнуйтесь, прекрасная машина. Осторожно, стекло поцарапаете. На счетчике 3 километра. Естественно, машина новая. А чем это здесь пахнет? Лаком, краской, кожей. Естественный запах. Хороший запах. У вас первая машина? Ага. А что? Так бывает. Ну что, квитанцию принесли, давайте. Заплатила? Да. Ну, можем ехать? Да, пожалуйста. Я вам очень... Что, что, никаких благодарностей. Это моя работа. А. С Новым годом. С Новым годом. Годом. До свидания. Садись, садись скорее. Выезжаем ночью. Не волнуйтесь, поедем медленно. Поздравляем с Новым годом, Александрос. А если бы телеграмма пришла чуть-чуть раньше? Скажите, вы уехали бы до свадьбы? Значит, уехали бы. Процедура обмена кольцами тебя так растрогала? Да. Не может быть. Может. Ты серьезно? Вполне. Свадьба формальность, подарок родителям. По-моему, мы так договорились. Да, я знаю. Я сама не понимаю, почему вдруг все стало как-то странно. Душа проснулась. Между прочим, ничего не заметил. Может быть, я сознательно не заметил. Зачем? А затем, что это смешно. Ты прав. И я и сама удивляюсь. Знаешь, я с 12 лет считала себя современной женщиной, и вдруг... И вдруг? Да, и вдруг. Пробуждение чувств под влиянием современных свадебных обрядов? Да. Прекрасная тема для диссертации. А вот я мещанин.
Да, я мужчина. И хочу им быть. Да, я уехал со свадьбы. И первую брачную ночь провел в грязном вагоне. А теперь тащусь. 1000 километров только для того, чтобы иметь машину. Да, я хочу иметь машину. И, между прочим, миллионы людей этого хотят. И государство, выпускающее эти машины, уважает наши желания. Потому что мещане – опора любого государства, они деятельны и трудолюбивы. Между прочим, мещане лучше, чем воры. Лично я разводил мещан в инкубатор. Ну не злись. А я не злюсь. Понимаешь, я испугалась. Да, мне стало страшно. Ты смотрел на машину, как сумасшедший. Для сумасшедшего я слишком глуп. И прекрасно, понимаю. Ты не обижайся, но ты на меня никогда не смотрел так. Мне даже обидно стало. Я все время об этом думаю. Женщина любит мужчину, мужчина – автомобиль. Сюжет для современной драмы. От любви к женщине рождаются дети. Интересно, что может родиться от любви к автомобилю? Кооперативный гараж. Скажи, если бы та телеграмма пришла не на свадьбу, а на похороны? Я понимаю. Выйди замуж. Хочется побольше узнать о любимом человеке. А ты не боишься узнать? Слишком много. Спасибо за предупреждение. Пожалуйста. Между прочим, эту машину я полжизни зарабатывал. Собственно, руками копейки к копейке. И 5 лет ее ждал день за днем. Почему же ты решил, что есть право задавать мне такие вопросы? Мы же уехали вместе. Чем ты лучше меня? А я тебя спрашивал, ты согласилась? Все равно. Мы плебеевы, аристократ, понимаю. А тебе не приходит в голову, что вся твоя тонкость ничего тебе не стоит? Да, ты независимая, экстравагантная девочка, только обычно за все это в жизни приходится дорого платить, ты этого даже не знаешь. Для тебя это просто способ выделиться из толпы. Тебя никто никогда не унижал. Ты не знаешь такое унижаться. Из-за квартиры, из-за денег, из-за работы, из-за машины, черт побери. Ждать ее столько лет и получить в день свадьбы. А тебя всю жизнь встречали улыбками. Наша Инга пришла, наша умница, наша красавица. Тебя даже в этом убедили. В чем? А в том, что ты красавица. Никогда даже не задумывался о том, как живут другие люди. И я в том числе. А ты прав. Меня действительно никто никогда не унижал. Тебе повезло. Нет, мне не везло. Просто я никогда не позволяла, чтобы меня унижали.
и о погоде. На европейской территории нашей страны ожидается дальнейшее понижение температуры. Сегодня, новогоднюю ночь, до 28-30 градусов мороза, завтра, 1 января 1985 года, днем 22-24 градуса мороза, ночью до 28. Кажется, там кто-то лежал. Что теперь делать? Поедем. Признаваться. Что же еще? Смешная штука жизнь. Только что ты хвасталась, что никому не позволяла себя унижать. А вот теперь начнутся сплошные унижения. Допросы, следствие, суд. Станешь женой заключенного. Подруги начнут тебя избегать, стыдиться. 5 или 7 лет тоски, одиночества, молодость быстро пройдет. Правда, можно всего этого избежать. Достаточно выйти на ближайшие станции. До свидания. Но разве предательство не унижение? Унижение самого себя. Вкусно. Что? А руки? Ты забыл вымыть руки. Я хочу, чтобы ты знал, если с тобой что-нибудь случится,
Я тебя буду ждать. Буду ждать, сколько понадобится. Меня убеждали не выходить за тебя. Говорили, что ты красавчик, к тебе липнут женщины, что ты женишься на мне только потому, что у меня влиятельный дядя. И тогда, когда мне кажется, что это правда, я становлюсь злой, потому что тебе не верю. Но я люблю тебя. И ближе тебя у меня никого нет на свете. Одолжите, пожалуйста, бутерброд. Берите. Ты что на меня так смотришь? Что, я ваш бутерброд, что ли, так ем? Ну и что из этого? Господи, началось! Иди! Оставь дядю Коля на 15 суток меня, ну! Иди домой, урод, я тебя останусь! Ладно, теперь займемся вами. Что в наших краях делаете? Домой едем. На машине? Да. А документы на машину? Так машина новая, нет еще документов. Новая. Без номеров? Без. И без документов? Без. Не возражаю. А справка счет? Какая справка? В магазине выдают справку счет вместе с машиной. Что, не слыхали? Так мы очень торопились, нам никто ничего не сказал. Понимаю, справку забыли. Машину разрешите осмотреть? Пожалуйста. Да, повезло вам, ребята. Крупно повезло. Ой, и меточка тут. Какая хорошая меточка. А че такие грустные-то? Ну, нашли и нашли. Находить у нас никому не возбраняется. Да, повезло вам, ребята. Крупно повезло.
Я всю жизнь хавал, хоть бы какой рваный носовой платок нашел. Тут на тебе, сразу, 1000 рублей 80 копеек. Молодцы. Как же ты так? Как ты мог? Я тебе потом все объясню. А что тут объяснять? И так все ясно. Ну-ка, помогите-ка мне его. Чуть-чуть, вон туда. Спасибо, ребята. Эй, товарищ, в чем дело? Я не товарищ, а гражданин. Не, ну почему нас закрыли на ключ? Служба у меня такая. Машина у вас без документов, а ковер, извините, краденый. Как краденый? А так. Судя по заявлению гражданки Семеновой Нины Ивановны, украден из ее квартиры неделю назад. Но у нас алиби. Какое? Свадьба. Алиби дело хорошее. Не возражаю. Послушай, ну что ты злишься? Даже весело. Первая брачная ночь в поезде, вторая в тюрьме. Твои подруги умрут от зависти. Жалко, что завтра уже приедем. Надо бы и третью ночь провести не менее оригинально. А третьей ночи не будет. Разрешите узнать, куда она денется? Это будет первая ночь после развода. Угу. Разводиться будем завтра? Да. Если нас выпустят из этой тюрьмы. Подпишите показания. Какие показания? Я не давал никаких показаний. Как не давали? Вы же сказали, что документы на машину забыли в магазине, а ковер нашли на дороге. Или вы что, отказываетесь? Не отказываюсь. Тогда подпишите. А что вы с нами собираетесь делать? Я? Ровным счетом ничего. Вот послезавтра приедет следователь, он вами и займется. Так мы что, опять в Москву поедем? В магазин? Зачем ехать? Телефон есть. Так магазин в праздники не работает. Подождем, пока откроется. А мы здесь будем сидеть. А что делать? Угон машины дело серьезное. Иногда приходится и посидеть. Скучно, не возражаю. Я не хочу с ним сидеть в одной камере. Это официальное заявление? Да. Изложите в письменной форме с указанием причин. Послушай, не впутывай в наши дела милицию. Всему есть предел. Ну да, да, я виноват. Я должен был тебе все объяснить. Не успел, ты же видела, как все получилось. В конце концов, я это сделал для тебя. Для твоей же пользы. Ты не понимаешь жизни. Самого главного. За все надо платить. И плата всегда одна. Унижение. Нет ничего слаще для человека, чем унизить другого человека. Когда начнется твоя настоящая жизнь, ты это сразу почувствуешь. Твои красивые подруги будут унижать тебя за то, что они красивее тебя, они красивые. За то, что ты красивее их. Дураки будут завидовать твоему уму. Умные презирать за глупость. Твой начальник унизит тебя за то, что он талантливее тебя. А если ты талантливее его, он тебя возненавидит. Ты
девочка из благополучной семьи. Твое счастье, что тебе никогда ничего не приходилось просить. Как только ты о чем-то попросишь, тебя сразу унизят. И запомни самое главное. Человек, который не умеет унизиться, всегда неудачник. Но почему же ты называешь себя неудачником, если ты все это знаешь? Я слишком поздно это понял. Так. Значит, всю эту историю с ковром ты придумал для того, чтобы научить меня унижаться. Да. Потому что если тебя начнет учить жизнь, уроки будут пострашнее. Значит, если тебя унижали всю жизнь, то ты имеешь право унижать других. Товарищ лейтенант, дайте мне другой листок бумаги. Я этот испортила. Товарищ лейтенант, скажите, пожалуйста, у вас имя есть? У меня все есть. А как вас зовут? Николай Викторович. Николай Викторович, неужели вы позволите даме провести Новый год за решеткой? Ну, что я могу сделать? Пригласить меня за стол? Ведь я не такой опасный преступник. А вы ведь не трус? А что, это идея? Ведь в конце концов все мы люди. Вот и славненько. Встретим Новый год втроем. Не надо втроем. Там же ваш муж. Никакой он не муж. Как не муж? А документы? Что, документы фальшивые? Документы у нас настоящие. У нас чувства фальшивые. Лейтенант, можно вас пригласить на танец? Я не умею танцевать вальс. А я вас научу. Да нет, что вы с ума сошли? Начальство может войти. А если придет начальство, вы скажете, что преступник дает показания только в форме танца. Да перестаньте вы в конце концов. Вы думаете, что? Что вы говорите? Да, да, Володя. Все в порядке, спасибо, и тебе также. Да, пока. Я вас умоляю. Ну, пожалуйста, чуть-чуть. Товарищ лейтенант, это использование служебного положения в личных целях. Я прошу вас, поцелуйте меня.
личные отношения не возражаю, но я тут ни при чем. И прошу не оскорблять должностное лицо при исполнении. Марш в камеру! Только без мордобоя. О чем вы говорите? Ты же любишь психологические эксперименты. Что же ты так нервничаешь? Рота, подъем! Ребят, Новый год все-таки. Помиритесь, а? Понимаете, товарищ лейтенант, иногда лучше не мириться. Иногда лучше расстаться сразу. Пока еще нет у детей и 10 лет взаимной ненависти. А у меня их, между прочим, 4. 2 годика, 4, 6 и 7. Возишься с ними, возишься целый день, ни на какую ненависть времени не хватает. А вообще, товарищ задержанный, должен вам заметить, что если бы моя жена так повела себя с незнакомым милиционером, то я снял бы ремень и... Не возражаю. А я завидую вашей жене. Нас в основном бьют словами. Да? Ну что ж, словами тоже можно. Но ремешком надежнее. Да, пожалуй. Извините, я сейчас. Дежурный по отделению младший лейтенант Решт слушает. Да. Здравствуйте, Сергей Петрович. Спасибо. 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 И вас также. И вас также. А нет, все хорошо. Все хорошо. До свидания. До свидания. Вот, как говорится, чем богаты. Трудно жить, ребята. Кто говорит? У всех свои проблемы, не возражаю. Мне, например, 40 лет, все младший лейтенант. А почему? Потому. Ладно, ребята, хотите, ночуйте здесь, хотите, поезжайте домой. Но имейте в виду, если машина краденая, я вас в тюрьме сгною. Не возражаю. Белый ремень надела команда. Ну что, кого не трогал? С Новым годом, Коль. С Новым годом. Принимай пополнение. Я счастлив.
Что-нибудь случилось? Что-нибудь случилось? Машина сломалась. Нельзя сделать чуть потеплее. Отопление работает только от двигателя. Надо что-то делать, не сидеть же так до утра. А если никто не проедет мимо? До утра здесь не досидишь. Мороз 20 градусов, по трубе щель до 30. Что будем делать? Ждать. Кто-нибудь же должен проехать. А волков здесь нет? Конечно, есть. Нужно куда-нибудь идти. Куда? Вперед. Должны здесь жить люди. Мы же не в Сибири, в конце концов. Ну, конечно, мы не в Сибири. 50 километров для нас не расстояние. Ты пройдешь 50 километров на своих шпильках? Пошли в машину, там хоть ветра нет. Ну, что-то же надо делать. Ой, холодно. Побегай. Все равно холодно. Ну, давай. Давай бегать вместе. Могу я? Не тащи меня. Ну, надо же как-то согреться. Пожалуйста, ну придумай что-нибудь. Ты же мужчина. Ну, не можешь бегать. Ну, походи энергично. Ну, не хочешь ходить? Пойдем в машину. Ну, иди. Господи, у меня же есть спички. Положить какую-нибудь бумагу. Где тебе возьму бумагу? Справку счета ту забыли. Уй. В магазине. С ума сошла, убери, это же документ. Еще 2 часа на этом морозе, и нам не нужны будут никакие документы. Держи. Подарок твоей тети Марты. Между прочим, утверждал, что чистая шерсть. Боже мой.
Почему же никто не едет? Неужели нас никто не спасет? Это несправедливо. Господи, ну почему никто не едет? Ну почему они все сидят дома, как сурки? Что им? Праздники. Ничего не нужно в жизни. Праздники. Машина. А? Машина. Я знаю, что делать. Надо поджечь машину. Она будет гореть долго, нас кто-нибудь увидит. Я так и знала, что ты ее пожалеешь. Подыхать будешь, а ее пожалеешь. Ну как же? 5 лет копил, копейка к копейке, а потом еще 2 года ждал. И, наконец, получил эмалированный гроб. Ну и молись на него. Молись. Ты правильно подыхаешь. Да, справедливо подыхаешь. Потому что ты живешь как раб, ты чувствуешь как раб, ты дышишь как раб, ты даже любишь как раб. Ты все время боишься, как бы у тебя не отобрали какой-нибудь кусок. Я за тобой наблюдал. Ты даже в постели оглядываешься. Я раб, а ты нет. На, поджигай. Надо бросить в бензобак. Пожалуйста. Бензина нет. Почему же? Всю дорогу датчик показывал полный бак. Неужели?
Не может быть. Как же так? Неужели умирать из-за какого-то паршивого датчика? Ты сказал умирать? Да, умирать. Неужели? Непонятно. Еще 2 часа на этом морозе. И нас не будет. Всего 2 часа из-за какого-то датчика. Из-за маленького, паршивенького датчика. Что же это делается, Господи? За что? За что? Ты очень испугался. Ты могла убить нас. Неужели ты этого хотела? Я не знаю, чего я хотела. Знаешь, мне вдруг все опротивило. Мне стало так страшно. Страшно очень. Я не знаю. Объясни мне, что с нами творится. Еще вчера мы с тобой так любили друг друга. А сегодня во что мы превращаемся? Я все время чувствую какую-то вину. Хочу убежать от нее. И не могу. Прости меня. Жалко, что машина не взорвалась. Мы уже гуляли бы в раю, пили божественный нектар, закусывали райскими яблочками. Не мучились бы. В чем смысл жизни? В бесконечном унижении или вечной любви? К вашему сведению, не всех пускают в рай. У меня нет грехов. Зато у меня навал. Тогда хорошо, что машина не взорвалась.
мы бы никогда не встретились. Почему ты замолчал? Инга. Инга. Ты спишь? Ты спишь? Инга, нельзя спать. Замерзают. Всегда во сне надо двигаться. Пойдем, пойдем. Главное, не заснуть. Не спи, Инга, не спи. Просыпайся. Инга, проснись. Умоляю тебя. Надо двигаться, ты слышишь меня? Ну, ответь. Ну, скажи что-нибудь. Инга, ну, скажи что-нибудь, Инга. Ну, Инга. Инга. Хорошо. Спать. Двери не откроются. Спи. Спи. Мы отсюда не выйдем. Да. Теперь я поняла. Нам не выйти отсюда. Это наш дом, последний наш дом. Навсегда. Кто это может знать? Пугайчик в холодильнике. А, по-моему, они не дышат. Докладываю. В бензобаке случайно оказались перепутанными провода. Вы не забыли кому-нибудь дать червонец? Полюбила его, да ладно. Только говорит с ним одно, когда хочет целоваться, полетай к нему на дно. Пожалуйста, окно. Простудишься. Послушай. А-а-а. А ты, оказывается, классный водитель. Да. Никогда бы не сказала, что это у тебя первая машина. Еще бы. Сам удивляюсь. Тысячи километров ночью по скользкой дороге, скажу тебе, серьезное путешествие. Ты, наверное, устал? О чем ты говоришь? Только спать немного хочется. А между прочим, сколько мы спали? Не знаю. Часа 4. Как ты думаешь? А сколько нам еще осталось ехать?
104 километра. Это долго? 2 часа. А как ты думаешь, они уже разошлись со свадьбы? Скорее разъехались. А хорошо бы, если бы они не разъехались. Мы с тобой тихонько входим и занимаем свои места. Как ни в чем не бывало. И сидим. Никто ничего не замечает. И вдруг подходит тетя Марта, трезвая, и спрашивает: а где это вы пропадали? Так долго? А мы отвечаем: так мы гуляли? А она нам: дети, от чего у вас такие лица? А мы: так свадьба ж. Что это? Зажигание отключить.